Сложно говорить. Наверное, люди не так просто занимают свои высокие посты. У них, наверное, есть мозг, и они почему-то так решили. Но то, что наша планета истощается, ее ресурсы истощаются, и что, возможно, когда-нибудь человечество переместится жить на другую планету, может быть, это не так дурно тратить деньги на изучение космоса, потому что он безграничен, и наверняка есть еще какие-то миры, где также живут какие-то человечки.